Любимые болельщики, очень ждем вас на игру. Болейте за нас, нам нужна ваша поддержка. Damn, look at that, they broke the mold. Give you some more, make you overdose. Damn, look at that, they broke the mold. Give you some more, 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 more. Damn, look at that, they broke the mold. Give you some more, make you overdose. Damn, look at that, they broke the mold. Give you some more, 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 more. Damn, look at that, they broke the mold. Give you some more, make you overdose. Damn, look at that, they broke the mold. Give you some more, 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 more. Усердно готовимся после игры с минчанкой. Состояние физическое хорошее, настроение тоже, так что скоро в бой. Ну, потихоньку набираем форму, потихоньку приходим в себя. Я думаю, показатель последняя игра с Минском. Конечно, помним. Ну, Спарта такая команда, то, что, ну, непредсказуемая. Она и Локомотив выигрывала. От нее ждать все, что угодно можно. Поэтому мы подготавливаемся, готовимся к игре. Ну, это совсем другая команда. Новые девочки, новый тренер. Поэтому готовимся к новой игре, к новым игрокам. Вот. В любом случае, хотим выиграть. У каждого тренера своя тактика, свое видение игры. И посмотрим, как они будут начинать. Все увидим, все разберем. Да, на тренировках работаем, находим общие взаимосвязи со связками, на приеме. Я думаю, что все будет хорошо. Элли, мы ее так упрощенно называем, она влилась в команду, как бы активно помогает нам и в игре, и как бы в тренировочном процессе пободрее стала. Все хорошо. Все равно нужно еще работать. Элли очень классно отыграла эту игру, очень чистенько. Вообще молодец, то, что после перелета малого количества времени уже такую хорошую игру показывает. Сейчас несколько игр посмотрим. Как бы окончательно, можно сказать, она вольется в команду. И я думаю, увидим результат и результат нашей команды.